заключение бандерольки. Он и расписался, ничего не жалуется, только попробует. У меня для этого амулет специальный есть, сковородка называется. Очень хорошо действует, если с размаху. Чё? Слышать о нем больше не хочешь? Это ты зря. Кому ты глухая нужна ты будешь? Маш, ну не реви, ну возьми себе другого заведи. Ой, да ладно, все мужики одинаковые. Две руки и две ноги, посередине сволочь. Ну где-где? Ну хоть в транспорте. Знаешь, как они там пристают? Недавно один ко мне пристал, говорит, ваш билетик. Я говорю, я замужем. Он говорит, билетик, билетик. Потом вообще обнаглел, говорит, пройдемте со мной. Говорит, с какой стати? Он говорит, это моя работа. Ну прости, почему? Еле от него отвязалась. Хорошо, у меня в сумке амулет был чугунный. А еще лучше, знаешь, Чимаш, давай объявление дадим в газету, в раздел знакомств. Ну что значит, не знаешь, что написать? Ха! Ну иди возьми ручку, сейчас напишем. Ну песня классная, Машка. Я рождена для любви. А, взяла ручку, да? Напиши. Значит так, тебе 40 давно стукнуло? Недавно. Пиши, юная. Размер у тебя какой? Все тот же, 58-й. Пиши, миниатюрная.